Вот вчера была в Ями-маркете, прикупила уже огурчиков. Вот таких вот вкусненьких-вкусненьких. Габуля приболела, кашляет. Помидорчики для Кости обязательно, он обожает помидорчики на новогодний стол. Сама я не делаю, я просто иду покупаю. Раньше делала, еще когда в Израиле жили, а здесь покупаю. И вкуснейшее масло подсолнечное купила. Вот такое. Ой, оно было просто великолепное. Мы едим в основном только лишь, ну, либо в какой-нибудь салат вкусный добавляем, но в основном едим с картофелем в мундирах масло подсолнечное. Именно это у меня, я им не пользуюсь, только вот в качестве такого с картошечкой или в салате какой-нибудь вкусненький. Вот, еще купила грибочки, сейчас вам покажу белые. Ой, вкуснятина. Грибы. Впервые в жизни, я вам скажу, признаюсь, взяла белые грибы. Видите, написано. Белые грибы. Вот. King Bolet называется. Типа король леса. Ох, какая габуля кашляет у меня. Просто так на улочке переохолодилась. Смотрите, какая прелесть. Они просто огромнейшие. Ну, интересно, чье это производство у нас? Я не знаю, что это такое. Перси. Будет посмотреть. Не знаю. Грибочки. И увидела мороженое. Ребята, 6,99 килограмм мороженых белых грибов. Вот здесь килограмм. Вот. Король леса. Что здесь еще у нас интересного? Imported. От производства. Что-то мне кажется, что это то же самое, что и там. Неважно, вы посмотрите, гриб. Гриб. Какие красавцы. Вот моя ладонь. Вот гриб. Один в один. Грибочки. Один в один. Мне вообще в Ями-маркете, что мне нравится, у них очень хороший выбор мороженых грибов и ягод. Шикарный выбор. И недорого. Относительно недорого, конечно. Но считайте, $7 килограмм белых грибов. Ну, я не знаю. Что, если есть где-то дешевле, скажите мне. Ну, может быть, дешевле поехать самому собрать, но я не грибник, я не знаю, во-первых, как собирать и где собирать. Вот, так что вот такое тоже на новогодний столик у нас пойдет. Что ты кушаешь? Брокколи? Ой, good job! Габина перекуска. Так, сегодня у нас вечер. Два вечера до Нового года, и это холодец у меня варится. Но он здесь как будто стоит, но он на самом деле варится. Здесь сейчас я буквально, он уже варится 4 часа. Я заложила сейчас морковочку и приправы. Здесь у меня, ну, небольших, два маленьких ребрышка свиных и две упаковочки, то есть получается 8 крылышек индюшиных. Тут на самом деле вообще мало очень жидкости, очень. Кастрюля это 5-литровая, по-моему, где-то, сколько, да, там 5 литров. И здесь где-то 2,5. Плюс, когда все вытащить, где-то здесь, наверное, ну, литр, полтора. Получится холодца. Все-таки решила сварить. Время 1 час ночи. Я вот доварила свой гороховый суп. И разлила холодец. Таких получилось 3 маленьких судочка. Они очень маленькие. Думаю, что холодец получился на славу. Так что завтра утром посмотрим результат. Доброе утро. Посмотрим, что у нас получилось. Так, это номер 1. Ну, ребята, пожалуйста, результат на лицо. Я думаю, что больше не надо ни о чем говорить. И вот следующий судочек. И сейчас, Габуля, подожди.
Ну все, я довольна результатом. Это была недаром проделанная работа. Красивые, да, игрушечки? Смотри, свой. Через вчера к нам приходил друг и Дошкин, они уже делали. А что-то оно как-то плохо? Вчера оно лучше шло, чем сегодня? Yeah, because we were like wasting like half of it. Нет, дело не в том, что waste, оно сложно у вас вытаскивается. No, mine's okay. Габи, давай, мама тебе поможет. Сегодня я еще приготовлю, я вот купила два дип-диш, наверное, пирога. Один на работу хочу отнести ребятам, но, скорее всего, отнесу уже не сегодня, а отнесу завтра. Я им нажарила пельменей, я им накрутила пельмени, сварю завтра и сделаю один пирог, луковый пирог, и отнесу. Я купила готовые уже формы для пирога. То есть это уже тесто, ну, как сказать, оно с маслом, да, мука с маслом. Вот готовый диш. Это намного удобнее, чем вот это еще самим делать тесто. Короче, уже купили готовое. Заливайте сюда абсолютно любую начинку в духовочку на полчаса. И все. В данном случае я буду делать луковый пирог. Я не знаю, еще буду ли я нам тоже делать луковый или какой-то другой. Возможно, я назад верну и заморожу это обратно. Но один точно будет луковый пирог. Лук я уже достала. Сейчас начну чистить и пассеровать его. Вот как в форме мы выложили обжаренный лук с Филадельфией. И сейчас я буду заливать это смесью яиц. Три яйца здесь у меня, потому что форма небольшая. И итальянские приправы, травки. Ну, тут базилик и всякое такое. И где-то на полчаса, 40 минут, в духовку на 180 градусов. А еще здесь немножко кефира. Так. Пока делается пирог, я еще приехала в магазин, купила едошки, вспомнила, хотела на Новый год дезодорант подарить. И горчицу. Я купила горчицу, но очень плохую в Ями-Маркете. Она сладкая оказалась. Ну вот здесь какая-то горчица сибирская должна быть хорошая. Подслащенная. Не, мне нужна горчичный майонез. Это хрен. Так, хрен я однозначно возьму, потому что... Горчичный майонез. Это как это, горчичный майонез? Майонез разве бывает не горчичный? А почему это горчичная сибирская Андреевна? Короче, сейчас буду решать. Сейчас буду смотреть. Вот такой набор я несу. Было смешно стоять в кассе с семечками, дезодорантом и горчицей. Но горчица хорошая, сибирская, ядреная. Так что, думаю, будет как раз то, что надо. Буду делать желе светофор для детей. Решила сделать. Немножко будет кропотливо, потому что нужно будет каждому слою отдельно дать застыть. Ну, в общем, будет у нас светофор. Я так решила его назвать, потому что зеленый, оранжевый, но он будет, я думаю, как бы оранжево-желтый такой, и красный светофор.
Так, у нас последняя стирка в этом году, прям 31 числа. Поставим стирочку светлую, постираем. Так. 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 О! Что у меня здесь еще была кофточка. И еще у меня здесь было вот эти вот полотенечки с кухни. Вот, так что ставим. Так, Вел, дай мне твои пульты оба. Стирочку. Вот так. Давай быстренько. Так, выставляем. И начинаем стирать. Аккуратно, подставляем. Вытаскивай, как туда идет.